форма за 3 месяца, получается апрель, май и июнь, потери составляют около 1 972 000 рублей. У Альбатроса 7 190 000. 7 миллионов, да? Да. Суммы, конечно, большие. Нападающие так подначать, да? Так как они до настоящего времени приостановлены, деятельность показания. Да, получается, ежемесячный доход 2 с лишним, по вопросу, да? Ну да. 2 300. Можно пояснить все-таки 72 миллиона, которые мы на зарплату УДКБ, рекомендатор трудоустройства и Балавтодора разделить, сколько получится? Сколько на Балавтодора, сколько на комбинат? Можете сказать? Ну, Балавтодору дополнительно добавляется 46 миллионов рублей, 46,4 миллионов рублей. Комбинату 25,9 миллионов. Стоит, потребность, она как-то изменилась, да? Меньше стала. Почему? Ну, при рассмотрении проекта бюджета она была немного больше, когда мы рассматривали проект бюджета, все подробно рассматривали, в том числе и фонд оплаты труда, но по Балавтодору уменьшилась в связи с доведением средств на содержание моста, там где-то около, нам дали разбивку около 11 миллионов, соответственно, вот что из этой потребности на зарплату. А по комбинату благоустройства уменьшилась потребность где-то на 5,8 миллионов, в связи с тем, что они не полностью принимали людей, средства выделяли, экономия немного, да. С учетом этой экономии, вот потребность немного уменьшилась. По Балтодору, именно по зарплате экономии нет, но контроль идет, мы все помним, что мы даем 5% как бы на превышение, они в нее укладываются не на процент больше, это прослеживается. Но это до конца года хватит этой организации или нет? Ну, хватит, это до конца года. Вы задаете вопрос по поводу еще и качества работы. Но качество это одно, а я так понимаю, сейчас если мы будем разбираться по качеству, все упрется нам кто-либо из директоров, там, да, муниципальных предприятий, скажет, что нет денег на это все, как обычно все это говорят. А вот тогда уже опережая этот вопрос, спросить, на это деньги заложить можно откуда-то взять или нет? Вы как руководитель говорите о достаточности средств для уборки всех территорий, дорог, тротуаров, которые ваши подразделения убирают. Достаточно вам средств? Технических средств недостаточно. Если мы по людям говорим, что в принципе да, то технических средств недостаточно. То есть и на эти технические средства в бюджете денег пока нет, да? Нет, ему даже тут находится вопрос такой, насколько муниципальная программа, профинансированная из бюджета, удовлетворяет потребностям, ну, минимально необходимым потребностям в уборке территории городских. Если муниципальная программа захватывает, грубо говоря, 30% того, чего мы хотим сделать, в чем-то требуем. А если она профинансирована 90%, ну, наверное, тогда резон задать вопрос, почему прилавковый зон там на уделение не убирается. А если мы ее профинансируем на 30%, чем мы хотим от Балтодора? Вот вопрос, насколько как бы, вот, наши хотелки отличаются от того, чего мы имеем.